Тем не менее, мы видите, тут земли пастухов, видите, опять вот эти козьи тропы, граничат землями землепарцев, да, фалахов. Мы здесь видны следы древних сельхозтеррас. Здесь в долинах маленькие оливковые рощицы растут. Нефть и газа, к сожалению, нет. А вы подскажете, где купить сувениры лучше всего? Мама, да подскажет, что ты это? Еще и третье государство. Ну, смотрите, светлая память о нем.